Доброго времени суток, дорогие господа подписчики и просто зрители моего канала. И сегодня это третий выпуск второго сезона проекта «Город в Майнкрафте». Сегодняшнее обновление, то, что я добавил школу, магазин одежды и обуви, портал и построил еще три жилых дома, которые одинаковые. Первое обновление — это у нас три новых жилых здания, то есть похоже на то, что показывал в предыдущем выпуске, поэтому смотрите в предыдущий выпуск, если кто смотрел. В общем, планировки одинаковые, все это рассказывал во втором выпуске, так что останавливаться на них мы не будем. И да, далее я добавил остановки автобусов. То есть первая остановка у нас школа. Ну, пока что в городе только айсатовские пока что ездят только межмуниципальные автобусы, то есть между городами едут. Автовокзал пока что нету, так что думаю, автовокзал будет, да и, собственно, автобусный парк тоже. Ладно, давайте приступим к самой школе. Школа такая вот у нас, четырехэтажная, вместе с автошколой. Но важный момент, друзья. То, что вот здесь, то, что, можно сказать, как они в одном здании, то есть, но входа со стороны школы в автошколу, то есть, отсутствует. Поэтому там вход отдельный, автошкола. Давайте в основную часть школы зайдем. Так, у нас появился такой вот гардероб, у нас такой вот просторный коридор. Ну, гардероб такой большой, то есть, с этой стороны и с другой стороны. Дальше у нас идут кабинеты, вот такие вот. Вот у нас кабинет туда, то есть для девочек, то есть холодильники, печки, парты, место для учителя, доска, ну и полки с книжками. С другой стороны то же самое, только там для мальчиков, то есть технологии, то есть верстаки стоят. Проходим дальше. Ну, есть еще очередное отличие, в отличие от остальных школ. Тут нету спортзала, тут есть столов. Вместо столов здесь стоят вот такие холодильники. Ну, если не холодильники, то автоматы с едой. А насчет спортзала, ну, скорее как бы не влез в бюджет. Ну, тем более, это, можно сказать, первая школа, так что будет еще одна, так что, которая будет побольше размером. Так что волноваться не стоит. Так, давайте зайдем в кабинет. Вот такой стандартный кабинет, тут уже парт побольше, но смотреть, то 12 парт на 20, класс на 24 места. Так, дальше у нас такой аварийный выход на случай парт. Такая вот площадка, где можно провести эти мероприятия, типа 1 сентября, последний звонок и так далее. Так, тут тоже класс. Проходим дальше. Тут тоже. Дальше у нас туалет. Здесь женский туалет. Ну а напротив находится мужской. Ну, они одинаковы по интерьеру, так что зацикливаться не будем. На другом конце, вот тут. Там тоже кабинеты одинаковые. Ну, еще есть склад, то есть раздел. Не знаю, что там может быть, но там, возможно, учебники могут быть. Так далее. Поднимаемся на этаж выше, во второй этаж. Тут тоже кабинеты, туалет. Ну, так, если смотреть с этой стороны, то тут уже медицинский кабинет, медпункт. Вот такой просторный. Ну это же у нас горшки цветами. Так, для уюта. Тут тоже кабинеты. Тут осматривается, где может быть кабинет директора. Я думаю, что с этой стороны и подавно. Так, тут у нас библиотека.
Есть такая вот. Ничего особенного, просто полки с книжками и место библиотекаря. Вот так вот, знаете, хорошие виды, вот, видно вот, три живых здания частных, живые дома, то есть, извиняюсь. Друзья, приношу свои извинения, меня просто позвали, в общем. Так, ну и поднимаемся на... Так, погодите, вот. Вот последний четвертый этаж, тут тоже кабинеты. Тоже кабинет, туалет и самое интересное уже с этой стороны. А тут уже кабинет, не знаю, может, директора или бухгалтера. И тут тоже обычный кабинет. Ну, собственно, да, тут просто нету актового зала. Вот я сам, вот, этого, к сожалению, нету. Ну, ничего, будет, ну, ничего, у нас не одна школа, будет еще одна построена, так что волноваться не стоит. Так, спускаемся вниз, на первый этаж. И проходим в саму автошколу. Вот она тут. Автошкола ДОСААФ при МБУ СОШ номер один. При организации по содействию армии, флота и авиации. При школе номер один. Тут практически тот же самый коридор, правда тут туалета нету, так что у нас такие вот кабинеты. Такие вот черные. Раз кабинет. Два. Три. И вот такой пустой кабинет. Здесь просто был склад, поэтому я просто его просто сундуки убрал, вот, а такая пустая площадка осталась. Ну, да нет, ничего не запомню там. В общем, друзья, вот такой вот получился выпуск про школу, то есть третий выпуск про город в Майнкрафте. В общем, понравилось или нет, решать вам. А с вами был Грегори, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и, конечно же, пишите идеи, что еще построить. Всем удачи и всем пока.